Так, это мое, да, табло? Да. Только как... По такой подсветку. Где у тебя пульт? Вот мой пульт. Отлично. Ну-ка давай включи, чуть переключи-ка. Ага. Вот какая реакция происходит. Сейчас не отключай, я сейчас попробую звук включить. Звук какой. Переключи. То есть меняется. А сейчас что, спокойно? Угу. О, оставь. О, 18-й горит. Ага, с колокольчиком. Только не сигналит. А переключи-ка. О, тройка. Да. А остальные режимы не пробовал? Все то же самое. Оставь. А, это исчезает. О. Девятнадцатый с колокольчиком. Вот так у тебя работает? Я сейчас звук отключу. Ой, так, это я выключил. Ага. Вот. Сейчас без колокольчика. Ну я потому что звук вырубил. Ага. 27-й. Ну можно, там где что нажимаешь? Ну, а где, это что где это? Угодно можно нажимать. Понял. А, то есть вот такой, да, пульт? Mm-hmm. Слушай, помоги мне приобрести вот эту хрень. Так вот надо бы, я искал и не нашел нифига. 27-й. Слушай, а посмотри на Царицынской рынке, может они там есть? Наверное, надо проверить. Проверь, пожалуйста, ты в этом понимаешь. Угу. А в интернете их нет, что ли? Они по отдельности торгуют. И дороже стоят? Ну, по-моему, да. Это я в 13-м году за 500 рублей все это общее купил. А, все, понял, в чем эта хрень. Вот, переключать. Так, это что у меня делает? Вот, это значит, это здесь включает. Слушай, прикольно. Угу. Так, а что мне не показывает? А. Вот, тут просто это сигнал, который ловит, это антенна специальная. Все, я понял, вижу. А это что остальные означают? Режим подсветок. Можно и такую моргающую, или можно спокойно. А, это вообще ноль показывает. Это все по нулям у нас идет. А. Понятно. Минус 4 даже. А у тебя что, такого не было? Было еще как. Так, если. А это быстро. Ага. Так, если провод поменяю. А что ты делаешь, меняешь провод? Да, тут же их 4. Я тебя понял. Ну, я думаю, здесь разницы нет никакой. Но небольшая есть разница. Функции другие. Так, мне сейчас надо, чтобы черточки выставить. Ага, вот оно. 18. Все, отлично. Это уже в режиме выключить тоже. Можно две черточки поставить. Только вот лента немного горит. Я сейчас попробую, что это означает. Ты не пробовал? Пробовал. Функции не имеет никакой. Ну это корректировка этаж, я так понял. Ну да. Так, а что у меня зажигает? Я же его выключил, надо включить. А-а-а! Все, а я смотрю, что не реагирует. Сейчас. Офигенно, скажу, смотрится так. Ну да, а он, кстати, темнеет табло. Ну, в специальном режиме я делал, когда так поставил, чтобы темнело, и потом спустя 10 секунд так и не включалось, пока там я не переключал. А, ну значит есть все-таки режим, как бы. Я даже полчаса пробовал, так горел наполовину. Ну, значит, спящий режим уходит, все ясно. А подсветка сама горела нормально, а вот табло уже погасло потом спустя 10 минут наполовину.
Ну понятно. Вот что какие пользы есть от этой подсветки. Ну да. Так, ладно, я вас сейчас погашу тогда. Держи. Угу. Ну все, так, значит, надо посмотреть. Вот этот, да, контроллер. Да. Специальный блок. И вот ее антенна. Погоди, погоди, у меня просто не фокусируется. Во. Надо бы мне такое приобрести. А провода две я сам запаял. А подсветку вон она так. Да, подсветка еще вот у нее какие функции. Вот специально вот эта штука. А, то есть можно и напрямую так, слушай, подключить? Вот, и даже вот так вытаскивается. Можно даже провод вот так, типа. Без подсветки, если охота. Ну-ка попробуй, слушай. Будет работать. Угу. Нетушки. Сейчас проверю-ка. Погоди, с подсветкой. Я, может, там неправильно как-то. Подожди, а ты выдернул оттуда? Сейчас. Че, не подходит что ли там? Видимо, без подсветки фигушки. Ну-ка, давай сейчас попробуй понатыкать. Ты включил? Включил. Сейчас, попробуем. Так, сейчас не балуйся. Сейчас там. Я провода попробую переменить в другие. Во! Вот, реакция уже есть какая-то. Реакция есть, да, сейчас. Ты там не дергаешь? Сейчас, я хочу как следует подержать. Подержи как следует, потому что можешь на это реагировать. Сейчас, так, ну, конечно, презерватив надо это снять. Презерватив. Мешает, честно. Ага. Презерватив. Нет, поход. Временно. Ну понятно, значит. Видимо, когда отсоединяю вот так, поэтому. Видимо, с подсветкой вот поэтому. Как. Ну да, видно, из-за этого тут. Лампа вот, же моргает, поэтому. Ну, может, да, за счет моргания или что-то, я не знаю там, что происходит. Ну-ка, включи-ка. Ну, понятно, значит, тут за счет подсветки только оно работает. Угу. Ну, ясно, ладно, я отключаю тогда. Тогда мне тоже отключать. Ну да, что делать? Ладно. Ну все, тогда понятно. Ну все, короче.